Здравствуйте, с вами Миха и Саня, и мы продолжаем играть карту для Свенкоп. Короче, мы сталкер для Свенкоп. Restriction или Restriction, mm-hmm. или Restruction, или Metro Redux. Hello everyone, и мы встречаем зомби, еще у нас есть вагонетка, которую надо катить. И началась музыка. Загадочная, да? Такая музыка. Ее очень здесь мало. Мочи. Мы уже не играли очень давно. Примерно неделю, а может две. Да, не две. Надеюсь, нам не встретятся никакие псевдогиганты и так далее. В предыдущий раз нам попалась... Как её там? Химера. Химера. Мухи. Если бы ты мух встретил бы в Сталкере, ты бы играл в него? Бля! Нет! Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь, наверное, ты не знал, но если бы я в Сталкере встретил мух, я бы в него не играл. Блин, зомби сраные. Как тут мух и зомби летают, как будто зомби все время срут и мухи все время летят на их говно, я даже не знаю. Воу, тихо. Я где-то зомби... Псевдоснорк! 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 Спаси меня! Он идет! Ой, блин, мухи. Мухи слышно. Полечи меня! Уровень с рельсами. Мне никогда не нравился. Рельсы! Ай, ну чё, пойдём. Погнали. Дверь какая-то. Тушкан! Ой, тушканы! Я чё-то нажал? Мы же встречали тушканов, правильно? А, пошли отсюда. Пошли отсюда. Какие-то двери открыты. Да вы... Да... Да блин. Понимаешь, как это стыдно было бы в Сталкере, если бы тебя замочил бы тушкан? Почему стыдно, если их много? А у тебя только пистолет. Трек чейндж. Тоже нормально. Я что-то поменял. Меня убила муха. Ой, муха еще хуже, чем тушкан. Муха-тушкан. Меня убила муха. Муха-тушкан. Интересно, кого они еще тут добавят, как бы? Ей уже муха как бы была, может еще крыса добавят. Крыса как бы, ну крыса вообще в Сталкере-то есть. Моделька крысы. Ну я не знаю, что может быть еще. Не знаю. Еще, по-моему, не было полтергейста. А, точно. А был контролер только. Контролер был. А, как его? Бюрер! Бюрера не было, да. Хочу бюрера. Домой к себе? Не. А я еду себе, еду. Ой, кровосос появился из ниоткуда, блин. Сейчас съест кровосос меня. А я поехал. В какую-то сторону. Не знаю куда. Он меня жрет. Кровосос. О. Здравствуйте. Блин, куда ехать? Я запутался. Опа, я убил зомбака. Мочи. Ой, а блин, кровосос, ну. Да блин. Ура! Как он быстро убивает. Мочи. Воу! Где он? Не кидай. Да убить. Да блин, сейчас убьет меня. 10 хп осталось. 2 хп. Чем ясно убил. У него 22 хп стал. И он сдох. Я его убил и сдох сам. Опа, отлично. Так, а что здесь? Дядя Миша, что здесь? А, здесь это... Сейчас посмотрим. Надо ключ. Ключ надо. Здесь надо ключ. А где ключ? А откуда я знаю, где ключ? Поищи. Wow, there are no sick of this course. Пам-п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 ам. Чё за звуки? Чё это происходит?
Блядь! Ебать, я обосрался. Блин, это псевдо гигант опять. Так, я взял какую-то херню, вроде бы. Ключ? Вроде бы ключ взял. Так. Сейчас попробуем. Беги, беги, падла, беги. Уходим отсюда, там псевдо гигант. Нет, нужен ключ. А я что-то там что-то было, но... А он труп раздавил. У него ХП бесконечное. Его убить так просто нельзя. Там... Там что-то светилось, но... Где взять? Блин. А здесь? Опа. Ключ. О, ты нашел ключ. Ты found ключ. Псевдо... Так, скотина. Сейчас. Так, тут труба. Кручу трубу. Так, теперь, типа, вода наполнилась, или что-то там вроде, или что-то масты, но за что-то там. А, не наполнилось, нужно в грузовик, и типа. Трак из лука. Что-то, чтобы грузовик поехал. Я так понимаю, куда-то там написали. Вот, ты поехал! Ой, я поехал! На! А я знаю. Смотри, шоу! Типа труба сломалась. Надо его заманить. В воду. Звони, прыгни в воду. Отлично, мальчик. Давай, давай, быстрей. Включай. Меня тоже убило. Есть. Он умер. Я. А здесь не пройти? Нет. Оу! Я хотел пройти, а ты выбил дверь. Ра! Ра! И пока загадки легкие. Вроде. Так, предлагаю потом полечиться. Да. Аптечка. Ну чё, чисто небо. Пошли туда. Как, кстати, как ты нас будешь отряд называться? Как, давай назовем нас как-то отряд. А, не знаю, два дебила. Я так и думал, что ты это скажешь. Но я не знаю, что сказать, придумать. Сейчас придумаю. Два нуба. Отряд нуб. Садись. Чистые придурки, которые полезли в подземелье. Не знаю, зачем мы полезли в подземелье. Подземелье. Ну какая у нас цель вообще? Что мы здесь сделаем? Какие-то документы, что ли, ищем? Зачем? Что ли еще? Да не знаю я. О! Ролик. Ролик. Кролик. Солдаты. А почему не английском говорят? Английском. Это, короче, американцы переоделись в украинскую форму, чтобы внедриться, короче, шпионы, знаешь. Пусть будет так. Это солдаты НАТО. Не знаю, что придумать. Убили. Меня убили. Ученого убили. А может это новая зона? Можно. Пошли сюда. Можно вообще. Не знаю, но это, конечно, долго будет, типа, вставлять там звуки военных. Это будет странно. Да ну. Смотреться. Это надо самим делать, все в свинкопе. Заменять звук. Меня убил сол. Надо РПГ взять и захерачить их. Да нету тут РПГ, нету. Стрела! Ах ты как! Слушай. Ах ты как! Слушай, меченый, я тебя спас. О, блин, ничего себе, когда прилетел ко мне. Ну, что такое катится, думаю, и под ногой взорвалось. Да они бессмертные. Взрывается, алло. Один готов. Слушай, меч, я тебя спас, и благородство играть не буду. Не гранаты так хорошо кидают. Подлечи мне, Миха. В расчете. Да, они сейчас гранату бросят. Все, у меня нету больше, чем лечить. Еще. Ох, ё! Вот это меня разорвало на кусочки.
бочки разорвало на кусочки. Может, наш с ножом на них? Ну все, мы их всех били. Били. Опа, да, лежат такие себе. Тут солдат полуживой. Опа, а если... Так, тут что-то двигается. Чтобы мне показалось, или что-то видел, светится. Что-то двигается. Что-то двигается. А если этого солдата я убью? Он не убивает. Уверенный? Смотри. В смысле? Так, смотри, тут что-то надо подставить. Типа, наверное, здесь лестница не опускается, а это на второй этаж нас приведет. Только не знаю, правильно ли я... Где она вообще? Ага, я вижу. Подожди, ничего не дергай. Ничего не дергай. Опа. Так, нужен... Подожди, мне показалось ли... Нужен security card. Security card нужно. Нужно найти карточку. Поехали на... Не знаю, зачем... Так. Подожди. Нужно ли нам куда-то ехать? Я всех трупы убью, а вдруг они в зомби превратятся. Стой, Мика, подожди. Давай. Поехали. Ты успеешь. А что ты так трясёшь? А я знаешь, как пойду? Давай я тебе нажму кнопочку. Я все, я приехал. Мы пошли. Что-то так тихо, а сейчас какая-то, наверное, жопа будет. Жопа с ручкой. Вау, снорки. Мухи. И мухи, блин, ёпарс. Снорки с мухами. А, подожди, снорки это типа как крабы. Переделанные. Фига себе. Они кусаются как краб, типа. А мухи короче, тогда быстро кто? Как-то сделали. А? А мухи тогда кто? Кто такие мухи? Ну мухи, мухи заменили на кого? Не знаю. Не знаю пока. Снорк, не достанешь. Ага. Скотина. Нет. Я прыгнул вниз. Вот для чего здесь эти две птички. Где он? Тихо, тихо, тихо. Фига. Да. Да ты скот. Я убил. Сам себя. Нормально. Да блин. Пи-пи-пи. Блин? Или не блин? Да вообще. Сложный сталкер. Где там чисто небо вис? Он умер, но обещал вернуться. Так, давай смотреть. Здесь так, ничего нет. Тут делать? Да блин, еще живой один. Где ты? Иди сюда, скотина. Я тебя зарежу. Я хп осталось. Там не один, там еще два впереди. Да он убегает от меня. Да ты издеваешься, что ли? Я хочу тебя убить, а ты убегаешь? У него 8 хп осталось, он боится. Смотри, посмотри на это просто. Да, давай за ним с ножом. Он встал, нет. Надо вот эту музыку ставить. Тэрэтэт. Тэрэтэт. Давай, давай, давай. Давай, давай, бей его, бей его. Бери нож и бей его, бей, бей его ножом, ножом. Давай ножом хоть раз. Сейчас прыгнет на меня. Вот, вот, вот. Давай, давай, Миха, ножом его. Не беси меня, козлина.
Ну куда ты ушел? Ну он издевается, что ли? Ну он издевается, что ли? Убегает. Ну, у него одно хп, одно хп. Ну-ну-ну. Ну, чуть-чуть осталось, наверное. Он убегает. Да снорк, скотина. Так, где он? Я его потерял. Вон он бегает. Он убегает от нас. Да это жесть какая-то. Так, 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 перехват. Перехвачу, перехвачу. Зачем? Нет, нет! А вот этого можно разбить? Что-то бронированный. Не-а. Это, к сожалению, нельзя. Но там какой-то человечок. И возле него что-то лежит. Документы какие-то. А здесь что? Подожди, рычаг. Я поехал. Ну блин. Я приехал. Подожди, есть ли здесь путь сломан? Ага, я понял, как тут надо. Угу. Слушай, я понял. Смотри, вагонеткой и... такой едешь. Дух, разбил. Один вопрос, да? Как? Да, как да бы. Попробуем. Как бы это развернуть? А как ее развернуть тогда? А вот не мне... разворачивает. Есть! Нашел! О! Сейчас да! Я веду вагонетку. И такой, видимо, лотя. Бух! И мы взяли документы. Отлично. Я еду. Давай, разбей. Ага. Ну что ты мне тут это? Ага, понял. С той стороны. Давай. Давай по новой сейчас. Сейчас, сейчас. Едь туда. Сейчас разгонюсь. Я еду. И будешь стоять на месте там, жди, жди, жди. Нет, стой. Стой. Я хотел, чтобы я быстро проехал. А теперь назад. А о, вот проломал. Есть. Так. Отлично, документы. Карточку взял. Security card. Давай, садимся назад, поехали. Я тебя вот верну назад. Давай, стой, стой. Ну. Блин, да стань ты. О. Блин, там поезд. А, назад, поедь назад. Ну, чё, вот так, встань на середину. Стой. На середину ага. Встань просто. Вот. Всё на середину. Вот, да, я. Стой. Короче, понятно, уже пиздец. А, стой. А, да, всё верно. Всё, поехал. Мы идиоты. Не раздавило, зато машина нажала или что-то, или чё? Почему не раздавило? А я пока пойду карточку уже наконец-то вставлю. Конечно, кейкард. Не, пока загадки легкие, в принципе. Security door opened. Вот она, здоровая дверь. Вагонетки нету. Вагонетку. Переведи там рельсы, ты перевел? Да, я взял. А, перевести рельсы еще раз. А, вроде бы не. А, да, точно. Оно есть. Да, перевел? Да, да. Сейчас я наверх вылезу и переведу, что вперед ехал. Ну только меня жди, что мы вместе поехали. Понял? Ну давай, переводи. Все, перевел. Хоба! Скорость. А чё ты выпрыгнул-то? Давай, поехали. Чё, ну что нас ждет дальше? Воу. Мухи. А там дверь была, сразу. Назад. Нет. Закрыто. Я же говорил, там дверь. Кроссус. Стой, сюда. Стой. Security door opened. А, все, поехали, давай. Поехали. Вот, да вот эти вот двери открылись.
Я в другую сторону куда-то пойду. Ой. Все верно. Укрылась? Блин, так чувство, будто карта-то та же самая. Воу, а, стой, дверь. Нужно ключ. Мы едем на поверхность. Ну, сюда, значит. Воу! Мост! Нет, ну зачем? Сраный вертолет, ну, зачем? Может, нам придется прыгать? Я могу с вагонетки. Твою мать! Надо убить? Ты что-то подломал вагонеткой. Нужен ключ. Так понимаю, надо этого вертолета убить. У него жизнь добавляет? Да. Нифига. А, да. О, долго так. Контр-ПГ есть? Не. А вон там чё? Люк какой-то! В люк! Вау! Хова! Есть, я пробежал дальше. Но здесь закрыто. Миха, ты куда? Миха! Не знаю. Как ты туда забрался? Я не знаю. Павел, дальше прошу. Тихо. Нет, ты сейчас убьем. 19 хп. Умри. Нет, ну блин, не зашел. Ага, вижу. Скотина вертолет. 76 хп. Аптеки. Побежал дальше. Ну ладно, хотя бы так. Да блин, ты что за бред-то? Как его пройти? Будем иногда выходить и стрелять в него. Блин, музыка эпично не хватает из сталкера. Он ракеты стреляет, ёпт. Охренел. Давай. Хотя бы поверхность, знаешь. Нет, я не допрыгнул. Нет. Сейчас на меня перейдет. Есть, я что-то прошел куда-то. Может, я сохранение сейчас будет. Нет. Не факт. Это. Ой. Там снорк. Там снорк. Нет, да блин, отстань. Жопа тебе. С ручкой. Я буду жить. Твою мать, не буду. По-любому что-то есть. Этого снорка убить. Да я не могу допрыгнуть, я не успеваю просто. О, это идеально. Скотина. О, что? А, кто здесь? Есть какой-то люди. Какой-то номер, пожалуйста, помогите мне. А, я... Блин, ключ, я, типа, ключ надо. А, ё, есть ключ. Воу, где я? Здесь. Где-то. Дробовик. Ой, там как ё... Ой, контролёр опять, что ли? Ты ядрить твою налево. Контролёр? Угу. Тушканы. Куда идут тушка? Зомби. Да вы издеваетесь от меня, да? Побежал я дальше. Ну вас баню. Контролер. Здесь не только контролер. Их надо, знаешь, куда нас на вертолет вести. Вертолет улетел. Твою мать. Нет вертолета. Действительно. О, застрял. Отлично. Иди сюда. Этот стрел. Сюда. Ух ты, ни хрена себе! Скример! Стоп!
Я застрял! Не могу ничего делать! Блин. Да соскоди! Готов. Там еще мышь. Скотина! Да ты! Скотина, там контролер! Блин. Гранату бы. Вот, кстати, да. Кидаю гранату. Бдыщ. Надо один отвлекать, другой стреляет. Да ты! Ножиком, ножиком! Блин, убил. Контролер летающий, сволочь. Ножиком. А, кстати, попробуем. Фига себе, у тебя нож, как будто мачете какой-то. Уже. А ты скотина! Там еще мышь бегает внизу, блин. Сколько у него осталось? Сейчас его убью. И мышь бегает внизу. Сейчас я тебя убью. Он умер! Дай пройду, дай пройду! Да я там. Пошли. Тушканы. Где дробовик? Блин, это мне напоминает кару... Слушай, мне это напоминает, где надо вырывать документы у военных или... свои. Да это агропром, что ли? Да не, ну не знаю. Отдаленно. Или это где бандюки? А, бандюки где? Были. Тогда мне это не очень нравится. Пойду наверх, что ли? Хотя похоже. Ну, туру тут. Туру тут. Там Боров еще сидел. Боров. Так. Нет, ну там снор. Ну что ты поднял ты? Ну прыгай. Ты видел, что произошло? Да-да-да. Ну тебе как-то этот вложился почему-то. Мы нашли ключ. Наверное, на ту сторону. Надо возвращаться. Там же ключ нужен был, помнишь? Опа, смотри. На ту сторону. Это куда? А где ключ нужен был? Я не помню. Я помню. Помнишь, где вертолет был? Где мы начали все? А, там в самом начале? Да-да-да, там нужен был ключ. Мне кажется, сейчас вертолет появится. Надеюсь, нет. Вот там был нужен ключ. Вот смотри, Миха, за мной давай. А, как хотя ты? Так? А как? А ну давай так, я. О, 9 хп. Там теперь зомби. Да, пройду. Куда это я спускаюсь? А я дошел. Я открыл. А я. Я думаю, за текстуру смогу. Где я? Вау. О! Я в самом начале. Иди в ту дверь. Снорк! Еще один! Это не Снорк, это наемник Снорк. Наемник Снорк. Он застрял. Давай. Готов. Собака! Опа! Псикдог! Ещё и кровосос там, блин, да ёпрс, да. Да там жопа. Сталкер Call of Duty какой-то. Сталкер Call of Duty Ghost. Чёрт возьми. Блин, это сложно. Гранаты, блин. Когда она так нужна, ну везде здесь нужна. Зачем ты упал? Я упал. Это не настоящие собаки. Нифига себе, он тебя убил. Главное, блин, он нас ест.
И вот так восстанавливать себе хп, представь себе. Вот это продумано, сука. Отсюда надо его. Готов. Убили, что ли? Ты мне настоящий собак, надо искать настоящую. Где настоящий? Вот это вот он стоит. Любом... Нет. Она где-то в начале, вот она, наверное, нет? Вот это вот, нет. Да кто? Вот это вот? Да блин. Где она? Вот она. Да скотина. Пси скотина. Сбоку, сбоку заходи. А сейчас мы его... Берем его тепленького. Может, мы бандосы? Нет. Бандит, о, настоящая! Настоящая! Настоящая нашел! Ты где? Убей ее! 308 хп. 188 хп. У него уже меньше хп. Все вроде бы готов. И куда? Стоп. Что-то нажал. Поехало что-то. Ага, понял. Понял? Ну, типа запрыгнуть как-то надо, что? Да-да-да. Ну как? Ага. Как-то по ящиках придется прыгать всех. А здесь что? Здесь вояка. Да блин, что ты залезть не можешь на нее? Бред какой-то. Бред какой-то, правда? Вот это как залезть не может. Да вообще. Здесь что ли? Да блин. Да ё-моё. О, нашел. Опа. И чё? Опа. Я знаю, это назад. Это назад идти. В самый назад. В самое начало. Возвращай... Спустись ты вниз, ты ё-моё. Он не хочет на лестницу лезть. О, слез. Возвращаюсь в самое начало. Я в самое начало возвращаюсь. Нет, нет, не в самое начало, лезь сюда. Не, нет. Я... Где, где военные? Нет. Ну ладно, я здесь пойду... они. Я все равно пойду туда, куда я думал. В самом начале. О, они меня убили! А, ну ладно. Они ко мне идут. Я понял, куда просто идти. Я видел просто это. Вау. Долбались своими гранатами уже. О, ну мы с высока ща будем. Не думай. В минутах... Опа! Сами себе убили гранаты, молодцы. Да, и тебя. Там есть еще лестница, можно спуститься. Вот, вот этот вот проходчик. Да. Спускаешься лестница. А я пока надо их перебить. Ой, стреляет. Вау, вау, вот это я отлетел. Так я еще не летал в жизни. Нет. А как спуститься? Где тут лестница? Смотри, иди за мной. Где ты там? Вот. Как ты не заметил? Вот смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нифига себе, какой-то люк внизу, я должен был его заметить, такой черный. Да блин. Ну и чё? Опа. Все убил, наконец. Жди меня, не беги, я хочу, наконец-то, чтобы мы вместе были. Я проломил. Я здесь его конец так и проломил.
А прикинь, если она нам нужна будет потом. Ты ее взял сломал. Нет, ну раз она проламывает, значит она не нужна, наверное. Наконец-то новое место. Новое место. О! О! Дум 3 какой-то. Знаешь, дум какой-то.